как? Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блядь! Так, приготовься. Блядь! Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни! Так пахнет морской бриз. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Ты прав. Просто глаз не оторвать. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель «Пистис София». Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. Почему? Почему ты привел меня сюда? Погоди минуту, сейчас узнаешь. Ты забрал тело. Не мог же я тебя там просто бросить. Пойдем уже отсюда. Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Окей. Я тебе верю. Спасибо. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Твое? Было раньше. Теперь уже твое. Ого. 50 лет назад. Война в Мексике? Я был молод и глуп, как ты, и записался в корпоративную армию. В Мексике я понял, что какую войну ни возьми, побеждают всегда корпорации, а проигрывают обычные люди. Ну и ты, конечно, решил рассказать об этом миру в песне. Сперва я свалил из армии, потом закрылся в этой комнате, лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда. Я не хочу, чтобы ты проводил недели и месяцы в бессмысленном ожидании. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Да, да, закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо.
Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Есть идеи получше? Еще нет, но есть просьба. Какая? Адам Смешер, тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. С чего это ты вдруг сейчас про Смешера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться, поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Ага, хорошо. И я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. То есть, мне рассказать бестии все как есть? Лучше, если я сделаю это сам. Лично. Просто прими таблетки Мисти, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с Бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу Бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, меня тут выгнали из ада, решил к тебе зайти. Нет, мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Хорошо, я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше, пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София, я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня.
эксплуатации последней действующей солнечной электростанции. Солнечная энергия рассматривалась Америкой как экологически чистый вид энергии, однако эта мысль потерпела неудачу из-за резкого изменения климата. Слой пыли, который завис в атмосфере планеты в результате гималайских Передаю координаты транспорта, который пропал как раз где-то рядом с вами. Постараюсь найти и деактивировать. Кто еще хочет пострелять, Холта? Не слышу! Слушайте все! Ганнер хочет, чтобы все оттянулись как следует! Вот прям заебись! Слушайте все! Ганнер хочет, чтобы все оттянулись как следует! Вот прям заебись! Эй! Иногда просто не понимаю, как вообще можно голосовать за этого мудозвона. Особенно после того, как Райан заявил, что будет поддерживать его на следующих выборах. Да просто люди хватают первое, что они там. Передаю координаты транспорта, который пропал как раз где-то рядом с вами. Постараюсь найти и деактивировать. Я в ванной. О, боже. Вот как эта тёлка выразила благодарность за то, что ты вытащил её из задницы. Закрой рот. Я ушла буквально на час. С ней надо что-то делать. Да, мне проблемы не нужны. Позвоню копам. Перенесёшь её на кровать? Это, конечно, многое изменит. Мне кажется, лучше ее оставить, пока не приедет полиция. Для них это просто еще одна мертвая шлюха. Им похер. Просто не хочу, чтобы она так жалко выглядела.
нас тут смерть от несчастного случая. Нортсайд, Джексон-стрит. Нет. Опасности нет. Это самоубийство. Отца! Нет! Сегодня! Она умерла, вы не понимаете? Нет, травма-тим не констатировала ее смерть. Если бы у нее была страховка, я бы вам не звонила. Если вы не поднимете свою задницу, я приду и разнесу ваш сраный участок к чертовой матери. Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей, мне похуй, что вы там про меня напишете. Скоро приедут. Предложили подержать ее во льду до завтра. Представляешь уровень наглости? По-моему, ты довольно мягко с ними разговаривала. Если бы я звонил, я бы навряд ли удержался и не разъебал их. Надо хоть одеть ее, а то она выглядит не как человек, а как тело. Подожди снаружи, ладно? Ви, закрой дверь. Пожалуйста. Есть сигарета? Разве ты куришь? Давно уже бросила. Просто мне сейчас нужно что-то, кроме воздуха. Дай закурить, Ви. Ладно, бери. Это был ее портсигар. Хочешь, могу отдать. Нет. Раз он тебе нравится, оставь. Я даже рада, что он оказался у тебя. Черт, Эва. Это я виновата. Я думала, если оставить ее в покое и дать время, она встанет на ноги. Держись, Джуди. Не рви ты себе душу. Слушай, Ви, давай посидим минутку в тишине, окей? Я больше ни о чем не могу думать. Только об этом. Технически с ней все было нормально. Кукольный чип работал. Значит, была какая-то еще психологическая травма. Я еще покопалась в ее виртах и нашла Дубмана. Он держал ее у себя. Насиловал. Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он ее продал. Погоди, ты нашла еще записи? Я стала пересматривать поврежденные. Там, конечно, много помех. Трудно что-то разобрать. Но я все равно в этом рылась. В какой-то момент я нашла что-то вроде эха от нашей ссоры, когда мы виделись в последний раз. Но она тогда не записывала. Тогда почему это сохранилось как вирт? Не имею ни малейшего понятия. Может, она через какое-то время переживала это воспоминание заново? А может, имплант включался, когда ее... Ну, вроде как, знаешь, форма защиты — думать о прошлом вместо настоящего, чтобы не так больно. Что Дубман с ней делал? Ты видела? Да. И теперь хотела бы развидеть обратно. То есть он не просто хитрожопая мразь, а еще и моральный урод. Выглядел нормальным. Он хорошо маскируется. Я ведь его знала.
А тоже не думала, что он настолько отмороженный. И с этим пора что-то делать. Например? Пока не знаю. Позвоню Сьюзи. Спасибо, Вей. Прости, мне надо немного побыть одной. Я тебе позвоню. Тебе точно ничего не нужно? Нет, но спасибо, что спросил. Если что случится, я всегда на связи. Должна уже сейчас прийти. Так, давай еще раз. Ты просто поговоришь с Бестией про Смэшер. А потом отдашь мне руль и снова станешь пассажиром. Ладно, посмотрим. Да не волнуйся, будет не больно. Может, тебе даже понравится. Начинаю жалеть, что согласился. Ты хочешь сыграть на ее чувстве вины, чтобы она тебе помогла. Начнешь припоминать ей, что она бросила тебя умирать в Арасака Тауэр? Во-первых, она была уверена, что я умер. Во-вторых, я бы не стал ее шантажировать. Мне это не нужно. Хочешь выехать на харизме? Бестия мне еще ни разу не отказывала. Окей. Я готов. Наконец-то. Ты какой-то другой. Прическу сменил, нет? Блин, как
Как хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходил. Что будешь пить? Old Fashioned с текилой. Долей сверху пива и брось немного чили. Коктейль Сильверхенда? Что-то давно его никто не заказывал. Повтори мне. Кассиус Райдер. Не знаешь, еще жив? Который татуировщик? Давно тут не показывался. Можешь сам пойти проверить. У него мастерская в Уотсоне на Першинг-стрит. Ну, так что делаем? Козла? Или ту, другую? Другую. Он будет в восторге. Уж наверняка. Джеремайя Грейсон. Он вроде работает на Смешера. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да, кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Коллинз. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Руке. Есть кое-что получше. Эй, это ты, Руби? А ты что, обо мне слышал? Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. Не пойдет. Она на работе, ясно тебе? Как я сказал. Жду тебя на улице. Заждался меня? Предлагаю поехать ко мне. Сначала покатаемся. Тебе идет? Огонька нет?
Я думала, мы умрем. Руби. Наверное, я позвоню. Позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейсом. Найт-Сити. Ви. Ты всегда с утра кровью? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. А мы что? Ну, это... Нет, он был слишком пьян. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какой милый мальчик. Жалко, что так быстро слетел с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса? Ага. И встретила Джонни Сильверхенда. Знаешь, как-то странно, что ты узнала во мне Джонни. У тебя выражение лица изменилось. Ты, может, и выглядел как Ви, но так ухмыляться мог только он. Так говорить, ходить, держать сигарету. Я не курю. Знаю. Вас двоих сложно перепутать. Так что спи спокойно. Он рассказал тебе про Смешера? Да. Я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди. Грейсон? Джеремайя Грейсон работает на Смешера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши, не спрашивай как. Эбуники. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Знаешь, чем занимался Смешер все это время? После взрыва Арасака Тауэра 23-м он исчез. Мы все думали, что его раздавило. Потом он вдруг появился, выполнил несколько больших заказов для Арасаки и снова куда-то пропал. Его много лет никто не видел. Никто, кроме Грейсона. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Эти пилюли тебя так раскатают. Может, все было бы не так плохо, если бы ты их не мешал, хер знает с чем. Ты напиздел мне. Сказал, что только поговоришь с бестией. Так я и поговорил. А стриптизерша, драка в эмпатии, татуировка. Это все части плана. Я должен был предъявить бестии что-то конкретное. Эбуники? Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе. Это конкретно? Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда. А, блядь!
куда ты меня притащил? Туда, где ты можешь наблевать на ковер, и тебе за это ничего не будет. Так что нехер выпендриваться. Ты Хван Бо? Кра, но все меня Чита. Я то Чита-처럼 존나 빠르거든. Да не пизди. Как ты сюда попал? Я, ча таго вачи. Горо вакетня? Игун чё чучай доссо. Дай-ка я поведу. Асласл했는데, 그래도 우리가 해냈어. Да уж ты герой. Ну как, тебе получше? Нет. Рядом с местом пропажи транспорта. Эй, хорошо. Там пельмён какой-то ещё? Нет. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Да ты шутишь. 당연하지. 그냥 입에 착 붙는 거로 아무거나 지원해봐. 그럼 사람들이 금방 기억할 거야. 난 효과 좀 봤거든. Ладно, мы на месте. Минутку, сейчас вернусь. Ладно, мы на месте. Вылезай. Нет, чакаман! А, 근데, 저 새끼들 믿어도 돼? 너 가면 내 콩팥 떼가고 그러는 건 아니지? Реджи наняла их напрямую. И лично всех проверила. 알았어, 알았다고! 아, 내리면 되잖아! 그리고, 호텔에서 도와줘서... Безупречная работа. Хван Бо говорит, тебя надо прозвать Бешеным Львом. Видимо, он всем доволен. Сейчас закрою заказ и вышлю тебе твои деньги. Что значит Эбуники. Забросила удочку нескольким старым друзьям. Один из них был знаком с Грейсоном. Он поспрашивал своих. Выяснил интересную вещь. Это часть порта, территория Мальстрёма. Так почему часть порта зовут Эбуники? Вряд ли в честь покойного мэра. Не угадал. Это старый контейнеровоз, который назвали в его честь. В смысле, ты нашла Грейсона? Он правда связан со Смешером? Зайди ко мне в посмертие, обсудим. Окей.
Джуди. Как себя чувствуешь? Херово, но у меня появилась идея. Рассказывай, что придумала. Бар Лизис когда-то был борделем. В какой-то момент тигриные когти убили там на одну девушку больше, чем люди могли стерпеть. Поэтому мы взяли все в свои руки. И теперь это наш. Так вот, то же самое надо сделать и в облаках. Я знаю эту историю. С клубом все вышло не так уж и гладко. А я и не говорила, что в этот раз выйдет гладко. Эва пошла в облака, потому что ей там казалось безопасно. Ну а результат ты сам видел. Ви, я больше не могу притворяться, что я ни при чем. Ты хорошо все обдумала, Джуди? Точно? Я вообще ничего не обдумывала. Ты пойми, шельмы добились свободы не потому, что сидели на жопе ровно и ничего не делали. Ты уговорила шельм захватить облака? Нет, я тебя хочу уговорить. В облаках есть те, кто нам поможет. Ты с нами? Ладно, сделаем это. Е-е-е, круто. Ну так, какой у нас план? Погоди. Сначала надо поговорить с Майком Аэдой. Без нее можно даже не начинать что-то планировать. Майку Маэда? Кто это такая? Она неофициальный босс в облаках. Довольно хороший. А официально она кто? Просто кукла. То есть никто. Ты уверена, что эта Майка нас поддержит? Если бы я была уверена, я бы ей просто позвонила, а не уговаривала тебя помочь. Давай по-другому. Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает, а не вышвырнет в окно? Да, конечно. Но это уже что-то. А ты эту Майку хорошо знаешь? Даже слишком. Когда к ней пойдем? Рано утром. Облака будут закрыты, сможем поговорить без свидетелей. Насколько рано? До 8. Встретимся у входа. Хотя нет, давай лучше на балконе над клубом. Зайдем незаметно. Никто не узнает, что мы там были. Договорились. На балконе.